От желающих участвовать в конкурсе «Автоледи-2014» поступила 21 заявка, но не все явились на конкурс. Тем же, кто не побоялся и не передумал, предстояло для начала доказать, что их автомобили пригодны к безопасной эксплуатации. Первый этап конкурса – прохождение технического осмотра. Первый раз участвуете в конкурсе «Автоледи»? Нет, не первый. Я участвую с 4-го года. Волнуетесь? Как в первый раз. Серьезно. И только после осмотра автомобилей экспертом участницы получили допуск к основным видам соревнований. Следующее испытание – проверка знаний правил дорожного движения. Во время тестирования учитывалось количество правильных ответов на вопросы, данные за отведенное время. После сдачи теории начался самый волнительный этап – фигурное вождение автомобиля. До него дошли 9 конкурсанток. Есть маленькое волнение. ПДД многие девочки сдали. Сколько лет вы за рулем? За рулем я 3 года. Для конкурсанток не было никаких ограничений по возрасту или водительскому стажу. Впрочем, лавировать между препятствиями на автодроме под силу только опытным автоледи. Свое мастерство вождения продемонстрировала и победительница «Автоледи-2012», призер Всероссийского открытого соревнования по автомобильному многоборью Надежда Кнурова. «Женщина за рулем – это смелость», считает титулованная участница. У некоторых автолюбительниц стаж вождения от 10 до 12 лет. Но и были молодые конкурсантки, которые за рулем меньше года. Организатор конкурса, местный отдел ГИБДД, считает, что это вполне согласуется с задачами конкурса. Ведь его главные цели – закрепление у водителей навыков соблюдения правил дорожного движения и привлечение водителя к участию в пропаганде безопасности дорожного движения среди населения. Финальный этап у нас это на данный момент он проходит. Фигурное вождение автомобиля. Девушки будут, победительницы 1, 2, 3 место будут награждены ценными подарками. И 15 августа 1, 2 место занявшие девушки поедут на финальный конкурс «Республиканский автоледи-2014», который будет проходить в городе Казани. Будут представлять Альметьский район и город Альметьевск. Меня зовут Татьяна. Я участвую в конкурсе «Автоледи» 2 год. Мне очень нравится этот конкурс, он как бы, ну, дает вот такие незабываемые эмоции. Как бы, во-первых, это конкурс, борьба. Во-вторых, ну, обновляешь свои знания по ПДД, по вождению. И, ну, за последний год, как бы после первого года, я более стала аккуратнее ездить. Несмотря на пасмурную погоду, все участницы конкурса «Автоледи» со всеми этапами соревнований справились на отлично. По результатам конкурса абсолютной победительницей стала Людмила Кулагина из Альметьевска. Второе и третье место завоевали Надежда Кнурова и Лариса Уфимцева. За оригинальное оформление автомобиля поощрительный приз получила Надежда Шкаева. «Автоледи» были награждены памятными подарками и дипломами. В скором времени победительница представит Альметьевск в республиканском конкурсе «Автоледи-2014» в Казани. Амина Яникиева, Радик Рахимов, Альметьевск ТВ.